Друзья, всем привет! В одном из своих коротких видео я показывал, как можно сделать вот такую вот треногу, которую можно использовать именно где грунт твердый, возможно, просто воткнуть стоечку для удилища. Но, как многие правильно заметили, конструкция получилась не совсем удачной. Из-за того, что я сделал прямо стоечки, она немного вот так вот шатается. Сейчас в этом видео я все переделаю и покажу вам уже конечный результат, которым я пользуюсь. Новая стоечка получилась гораздо устойчивее, ну и делается точно так же просто, как вот этот вариант. Что, погнали? Итак, для изготовления новой стоечки мне потребуется сверло диаметром с внутреннюю часть, можно чуть-чуть побольше, от нашей будущей стоечки. Кусочек 20-й полипропиленовой трубы длиной 20 сантиметров. Ну и сама дрель. Деревяха со временем все равно где-то на природе намокает, поэтому я ее решил заменить обычной полипропиленовой трубкой. Трубку поделил напополам и по центру поставил отметку для просверливания будущего отверстия. Также под углом 90 градусов, отступив от краев по 3 сантиметра, отметил еще два отверстия. То есть получается вот такая вот заготовочка. Теперь надо ее просверлить. Центральное отверстие я буду сверлить ровно перпендикулярно, а боковые буду сверлить от центра ближе к краю. То есть будет небольшой наклон, это придаст больше устойчивости. Сперва перпендикулярно наметил отверстие, а теперь немного наклоняю сверло, приблизительно под 45 градусов, и начинаю сверлить дальше. Одну и вторую часть точно так же. Вот, друзья, что у меня получилось. Практически стоечка готова. Осталось срезать ножом вот эти вот заусенцы, и можно будет собирать и проверять стоечку. Такая вот конструкция получилась. Понимаю, что кто-то сразу же скажет, что проще купить родпод. Деньги вам в руки, идите покупайте. У меня канал про рыболовные самоделки. То есть родпод стоит полторашку, а я потратил здесь 2 минуты работы. У меня вот такая вот треножка получилась. Довольно устойчивая и практически без затрат. Теперь вот эта вот конструкция получилась намного надежнее, намного жестче. И то есть у вас уже точно никуда ничего не слетит на бок. Кстати, транспортировать такую палочку можно вообще в элементе, просто одев вот так вот на стоечку. Сидит она тут довольно жестко, не знаю, вот так вот получилось. И не будет занимать места, вы ее точно никогда не потеряете. Название для этой штуковины я еще не придумал, так что можете написать в комментариях, предложить свой вариант. Очень надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Ну а на этом у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и до новых интересных видео.